Всем привет, с вами Нильф Горн, это Castle Story, отжимаем паузу и поехали. На самом деле, с каждым, прям вот с каждой волной все тяжелее и тяжелее становится. У меня прям, так сказать, рушит все, ломает все и прям вообще в какашку, я бы даже сказал. Потому что я даже не знаю, честно говоря, почему. Очень много, большие толпы. Вот у меня сейчас была война, здесь два рыцаря у меня стояли, лучники здесь вот наверху, и все равно они сломали двух рыцарей, прорвались. Еще вот здесь вот у меня слабое место, я здесь начал строить и неправильно, в общем, выстроил, и в итоге они залезают вот на это место, и я решил здесь немножечко переделать, так сказать, построить небольшую башню, вот два блока, чтобы хотя бы один лучник стоял и мог спокойно держать это место. Со временем я, конечно, здесь вырублю, то есть, ну, но сами понимаете, это со временем. Так, кстати, вот здесь вот уже лестница слишком высокая получается, надо будет. Ну, вот это предел, в принципе, башни этой, потому что здесь в итоге я хотел бы какую-нибудь побольше башню построить. В общем, мне предрекали, чем дальше, тем хуже. Ну, вот, собственно говоря, это все и есть. Чем дальше, тем хуже. Как видите, везде все рассыпано. Я хочу вот хотя бы кристаллики эти собрать. Пускай хотя бы их соберут уборщики. Ну, то есть, как бы хотя бы так. Ну и восстанавливать, в принципе, нужно двух воинов. Хоть ты тресни. Лучников. Так, ну вот, собственно говоря, я кое-как восстановил то, что у меня было. То есть двух воинов и двух лучников. По крайней мере, у меня они... Я их также поставлю, потому что здесь очень выгодно, конечно. Но сейчас я, наверное, немножечко изменю план. Я построю дверь. Потому что я что-то подумав и накосячил в том плане, что это я их сразу не строил. Ведь двери — это хотя бы хоть какая-то задержка. То есть... Их надо было, в общем, сразу мне строить. Но я почему-то решил, что не буду их делать. Ну, в общем, не знаю, почему. И, в общем, надо это исправлять срочно-срочно. Как видите, здесь все разрушено. Я даже не успеваю замечать, что, где, для чего, зачем, почему, когда успели. Ну и все в этом роде. То есть приходится, так сказать, подстраиваться на ходу. Так что тяжеловато, тяжеловато. Как говорится, я даже вот не вижу, какой вейв-то уже, наверное... А, 15-й сейчас будет или был, не знаю, вот здесь написано 15-й. То есть хотя бы так, хотя бы... Ну вот на 15-м я еще держусь. В принципе, не то, что держусь, нормально все происходит. Единственное, что у меня не справляются строители. Они просто не успевают отстраивать новые какие-то... Ну, стены или что-то, приспособления какие-то. Вот здесь опять еще один блок сломали. Его, кстати, восстановить. Ну, ладно. В принципе, ладно. Как видите, утроил стену. То есть, в три толщиной. Это, кстати, очень выгодно в том плане, что это намного они... Ну, дольше начала стена держаться. И это очень хорошо. Так, я смотрю, у меня вот здесь вот панельку одну с блоками сломали, с деревом. Это очень плохо, но на самом деле можно вот здесь вот просто деревья вырубить и все, в принципе, тогда не будет никаких проблем с этим. Куда ты пошел? Ты куда пошел? Вот куда вот он пошел, вот спрашивается. Вот смотрите, вот куда? У нее даже не все, так сказать, собрано. Нет, он куда-то пошел. Да ну тебе нафиг. Ладно, убираем мусор, строй давай лучше, потому что толк от тебя больше там будет. Вот здесь бы вырубить лес, и он потому что мешает мне на вид, но ладно. Это все успеется, очень многое нужно сделать. Как видите, я даже все не успеваю, в принципе, сделать. Ну. То есть, смотрите, куда вот он пошел? И этот куда-то пошел. Господи. Это, конечно, немножечко раздражает. То есть он где-то здесь может спуститься, что ли? А, ну да, вот так вот. Чё, почему нет, да? Все, стой, стой! То есть я за 3 минуты решил сделать себе дверь. Отлично, успею я за 3 минуты просто. Блин, шикарно. Отлично, в общем.
слов у меня нету хороших, на самом деле. Так, вот этот косяк нужно исправить, потому что, как видите, вы сами понимаете, что здесь просто заберутся. А, нет, даже не так, нет, нет, не вот так вот, а вот так вот мы поставим, ну, чтобы следующая, как бы, стена, она была нужной, правильно сделанной. И воинов, наверное, я все-таки уберу вот сюда вот, то есть во внутреннюю часть. Здесь вот это все нужно убирать, вот это нужно убирать. В общем, а! Не успеваю я все делать, честно говоря, при каждой атаке, потому что каждый раз прям вообще они, конечно, очень сурово нападают. Так, вот этих нужно здесь вот, прям вот раз, два, три. 4, 5, 6. Не хватает мне, ну, вот этих лесов, что ли, как правильно-то. Вот здесь давайте по углам сейчас распихаем, потому что если я их в центре ставлю, конечно же, их мои лучники расстреливают, ихние воины уничтожают. Ну, в общем, такой шабаш начинается, что зря я, в общем, это все затеиваю. Только теряю ресурсы нужные, так, так нужные мне сейчас. Так, ладненько, вот ты вот куда побежал? Хорошо. Вот ты куда побежал. Да куда они побежали-то? Да блин, я не понимаю. Вот, руби, ты куда? А знаете, куда они побежали? Вот за этими двумя бревнами. Они же умные, они же не бросают то, что там лежало. Слов плохих нету, блин, на них. Вот честное слово, вот просто нет плохих слов на них. Что, так было сложно, что ли? Ну, блин. Да-да-да, бревна. Как же мы их бросим? Блин, ладно, все. Спокойствие, Павел, только спокойствие. Так, давайте вот здесь вот, ну, вот здесь вот, в принципе, не нужна стена. Ну, как таковая. То есть, она никакой функциональности не будет нести. Чисто эстетический вид. То есть, ну, как бы, и поэтому, почему бы нет, да? Так, а вот здесь вот... А, вот можно, все, отлично. Чистый эстетический вид, но я думаю, для крепости это немаловажно, когда... Так, так. Также мне помогли советы моих подписчиков, то, что вот на кристалл мы жмем и вот так вот жмем тревогу, и тогда, когда все рабочие сбегаются в это место, и, ну, как бы они хоть более-менее они выживают, как-то спасаются, и все в этом роде. Ну вот, я даже, похоже, не успею. Ладно, все, надо включать, потому что... Бегите. Ну все, вот смотрите, двое, которые лесники побежали, они, да, они не то что побежали, они еще и к тому же заглючили. Отлично. Ну давайте, ну вот че? Зачем? Ну, ну все, вот потеря одного человека. Все. Слов хороших нет. В общем, вот просто нет хороших слов, честно. Что, блин, было? Так сложно, что ли, это делать? Один воин-то остался снаружи. Черт. Ну, заходи. Спасибо, дверь закрылась. Воин, бегай, бегай. Аж, смотрите, аж глючит все. У меня даже FPS проседает в количество врагов. Все, прорыв, прорыв. Прорыв. Вы видите, вот здесь стена не тройная, и сразу прорыв моментально у нас произошел. Честно говоря, конечно, ничего хорошего в этом нету. Может быть, я даже потеряю одного лучника. Вот здесь держится еще воин. Прям борец, борец. Держись, отстреливайся. Вот эту сейчас волну здесь отобьем, и тогда можно еще в других вариантах что-то придумывать. Деритесь, деритесь, деритесь. Ну, конечно же, да. А этот не мог пере... А, жесть. Этот стоит внизу и тупит. Ну, вот их не еще тупняк, меня, конечно, вообще раздражает. Я не только еще, как бы, ну, теряя воинов и рабочих из-за того, что, ну, там по какой-либо причине они просто дохнут, да? Но нет, я еще теряю их из-за того, что просто они не могут. Вот, вот смотрите,
Вот он стоял на ходе, но почему ты не можешь прибежать и убить его? Вот этот лучник, у него самая лучшая позиция, честно говоря. Вроде бы все, отбился, да, трое у меня вот здесь вот застряли, пускай они застревают, все. Ну вот так вот мы и деремся, честно говоря. Здесь прям башню прям вообще покромсали, ее даже не видно, что там происходит. Так, быстренько мы восстанавливаем. Так, во-первых, давайте двое побежали, есть. Еще двое побежали еще сюда. Троих сразу надо восстановить, потому что... Круто! Так, потом вот... Давайте вот так вот сделаем. Ну еще вот, ну вот в дверях, ну... Давай вот так вот. То есть сейчас мы быстренько опять восстанавливаем двери. Сначала двери поставим, давайте закажем. Потому что, как видите, двери сдержались, конечно, ну... Какой-то момент задержали, но больше, видите, прорыв через стену был. Так что восстанавливаем стену в быстром порядке. Прям тут еще надо заметить, где эту стену сломали. Блин, вообще поломали все, что можно только. Надо утраивать в этом, ну, с этого угла тоже утраивать стену, потому что, как видите, я только проигрываю из-за этого. Так, вот ты вообще здесь на стене, чего он-то на стене делает, блин. В общем, с каждым разом все сложнее и сложнее, ну, играть приходится, то есть как-то усложняется все, честно говоря, и, блин, это пугает, потому что, отлично, да, вот, смотрите, что, блин, а, вот так вот, так, еще бы мне одного, точно у меня одного лучника убили. Так, вот здесь лучник выжил, отлично, отлично. Это просто шикарнейшим образом, я рад за него прям вообще. Так, одного воина у меня убили, да? А я... или нет? Что-то я не понял. А, нет. Все воины на месте. Быстренько их убираем. Так, вот иди сюда. Так, весь мусор удаляем, потому что он нам мешает. И на строителей 3. Так, все, вроде бы более-менее восстановил. Потери, конечно, есть. Я не успеваю, заметили, я не успеваю их восполнять. И вот это очень огромный минус, конечно, в этом плане, что я не успеваю восполнять рабочих. Ну, в данном случае, потому что... вот эти добытчики, они добывают уже чересчур много, а я не успеваю отстраивать. Блин, очень много я не успеваю, в общем, одним словом. Вот и все. Так, ну вот, смотрите, вот чё вот он, да? Застрял почему-то. Ну вот почему он застрял? Вот объясните мне, почему он застрял? Ну скинь ты здесь блок этот. Ну хорошо, ну... Ай, двери вообще... Ой, ладно. Немножечко вот раздражает их не тупняк, потому что как раз-таки вот в такие ожесточенные моменты, когда очень много нападает этих всяких, ну, как гоблинов, да, они начинают прям вообще тупить, прям по-жесткому. Ну, блин, как мне сейчас здесь восстановить-то все? Я... Они там прям прорыли внутри туннель, честно говоря, я смотрю. Вот так, что ли? Ну, понимаете, зачем я хотел здесь... Эх, здесь вот не хватает места. Так, вот давайте вот здесь еще блок поставим. Так, ладно, пускай как-нибудь они пытаются восстановить. Так, 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 дырок нет, все, дырок нет. Здесь пускай как-нибудь восстановят. Единственное, что сейчас момент... Вот, вот что будет сейчас происходить, вот, все. У них сразу ступор... У них все, у них беда. Ах. Потому что я сделал в один проход. Это, конечно, выгодно в том плане, что... Ну, строители куда-то пошли. Они другую, наверное, функцию пошли выполнять. То есть вот здесь, вот, примерно. В
общем, честно говоря, я не знаю, как, что первоочередное заниматься, ну, чем, так сказать, вот смотрите. Ну, выделяйся ты хотя бы, она даже не выделяется. Ну, назад иди, пропусти человека. Она даже не выделяется, он уже настолько тупит, блин. Я вспомнил, почему мне... Я когда играл последний раз вот, ну, в эту игру, Castle Story... Кстати, там я ошибся до этого в одной игре, назвал ее по-другому на самом начале. О, он сказал другое название. Ну да, ребят, бывает путается, потому что я, вот, допустим, сейчас буду в эту игру играть, через 5 минут буду в другую играть игру. И, ну, честно говоря, я могу запутаться, почему бы, что в этом, точнее, плохого. Так, ну что? Ну ладно, хотя бы строительством, давайте занимаемся строительством. Теперь, давай, давай, давай. Так, теперь давай. Вот самое идеальное это сейчас нарубить очень много бревен. Нарубить очень много бревен. И потом уже, ну так сказать, таскать. Ну блин, ну нельзя вот это вот, как сказать, задать им какую-то вот такую вот последовательность действий. То есть сначала наруби, потом принеси. Нет, нельзя. Нет, он сначала вот будет срубил, принес одно деревце. Ну вот, и... Это немножко раздражает, честно говоря. Так, вот, вроде бы он нарубил. Давайте ему сейчас сразу перестроим его в режим рубки. Ну, не рубки, а плотника, так сказать. Так, давайте. Помощника сюда. Вот здесь бы стену утолщить. Ну, блин, уже ошибка. Надо было бы ее... Самое правильное, это было бы ее вовнутрь утолщать. Но мне придется, блин... Ах! Очень много, конечно, вот таких вот ошибок я наделал. И вот смотрите. Они пошли сейчас восстанавливать стену. Да, молодцы. В самый последний момент, когда мне уже, так сказать, уже приходится, придется отбиваться, они пошли восстанавливать стену. Ладно, сейчас вот они придут, как раз 30 секунд им будет для того, чтобы, ну, обратно убежать в замок. Чё, он и встал, да? Молодец, чё? Все, все, все. Придется мне вот так вот сделать. Да, бегите, ну бегите, бегите, ребятки, не стойте, не стойте, ну вот чё? Ай, господи. Бегите, бегите. Так. Так, значит. Не удался мне. Как видите, я просто тупо не успеваю всего делать. Вот что. Так. Давайте, давайте, давайте. Спасайтесь бегством. Я сразу вижу, где, конечно, будет прорыв. Но вот почему не выделяется, а? Ребят, вот честно, ну, у меня, как сказать, ну, раздражает немножко такой момент, когда... Отлично! Отлично! Супер просто! Ну, беги, беги! Ну вот, все. Я теряю одного человека из-за того, что... Ну, он просто протупил. Я просто по-другому это никак не называю. Он просто тупо протупил. Здесь что у нас происходит? Здесь у нас ломают все, но как-то ломает странно. Да, ломает, честно говоря. Ты можешь там расстрелять как-нибудь? Постарайся, чувачок. Очень прошу тебя, постарайся. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Ну дерись, вот ну, уже же бред, ну вот это же бред. Когда он стоит рядом с воином и ничего не делает. Так, еще один остался. По-любому еще один остался. И он по-любому здесь, да, я так и знал, что он по-любому здесь.
можешь в него попасть. Ну попади, пожалуйста. Ну так попади. Нет. К сожалению, приходится мне терять. Да, о, красавчик, красавчик, воин, прорыв, давай. Приходится мне, ну вот, блин, ну почему не выделяет-то? Ну убейте его, господи. Ой, красавчик, все, красавчик. Вот теперь я тебя люблю и обожаю. Так, все, строительство. Опять надо возобновлять строительство. И теперь тут, честно говоря, уже даже, ну как сказать, не расслабишься. Ни секунды нельзя отвлекаться, потому что, как видите, что происходит, это просто... Ахтунг, конечно. И сейчас я думаю, правильно ли я сделал вот такой вот ступенькой. Вот в данный момент я вижу минус этого ступенчатого постройки камней, потому что если бы они нижний сломали и все бы упали, они бы перешли к другому. А так они ломают один, второй ломают и поэтому забираются, понимаете? Вот в этом большой минус сейчас я вижу в данный момент. Поэтому думаю, я вот выше слой буду строить уже... так сказать, вровень. Ну, мне так кажется, будет правильней в какой-то степени. Так, вот здесь вот, значит, у нас вот так и вот так вот. Теперь я здесь вижу минус этой, конечно, высокой башни. Не спорю, большой минус. Но, честно говоря, она сдерживает. Хочешь, не хочешь, она сдерживает это место. И это самое главное, на самом деле. Так, все, минус всего. Так, у меня потери. Потери одного воина вроде бы, да нет, три воина есть, раз, два, три лучника есть, и я точно знаю, что я одного потерял рабочего. Давай, чувак, вот стоять сейчас вообще нельзя. 5-6 минут, 17-й вейв. Нормально, успеваем. Все путем. В общем... С каждым, вот с каждой волной тут просто ахтунг какой творится. И я думаю, дальше будет еще интереснее. Конечно, намного сложнее, но и интереснее одновременно. Потому что все-таки человечки пытаются выжить прям изо всех сил. Стараются что-то делать, что-то прям восстанавливать. Мне это очень нравится, потому что, ну как сказать, в какой-то степени я выработал более-менее какую-то тактику. В том смысле, что вот здесь вот, к примеру, защищает место один, то есть он просто измором берет. Ну, здесь вот воины помогают, здесь вот эти двери. Здесь всего лишь нужно утолщить стены, и все будет в порядке. То есть есть варианты еще защиты, постройки защит. Плюс у меня, я смотрю, вот сейчас в данный момент я в плюс иду, потому что у меня, конечно, нету рабочих. Чуть-чуть не хватает рабочих того количества, которое было бы оптимальным. Ну, не оптимальным, а просто... То есть можно вот установить. Но я в данном случае не знаю. Даже, наверное, лучника все-таки сделаю еще одного. Потому что у меня вроде бы все-таки 4 было лучника. Да, вот я прям чувствую, прям вот сейчас чувствую, как не хватает одного лучника, который как раз-таки, по-моему, здесь и стоял, кстати. Поэтому, я не знаю, вот это что здесь обходит. Ну, в общем, надеюсь, вы здесь тоже восстановят, потому что... Нет, здесь уже не восстановят, потому что здесь уже неправильное восстановление пошло изначально. Здесь им помешает. Блин. Вот так вот делаем. Так, пускай там уберут сейчас камень, да, один. Вот так вот сделаем. И вот тут вот в идеале нужно... Чего? Смотри, чего? Куда камень-то пропадает? Вот так вот боковым... Боковой камень нужно поставить. Так. Все, здесь эта стена установлена, здесь установлена. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. Она только начинает развиваться, но я стараюсь в ней добавлять что-то новое от каждой игры, в которой я играю. Добавлять какую-то новую информацию интересную. Сами участвуйте в добавлении новой информации. Советуйте мне, может быть, что-нибудь добавить, потому что просто находить. Также я ищу хорошего, ну не хорошего, хотя более-менее нормального переводчика, который знает, ну не то что переводчика, а человек, который знает английский, и, ну и который может какие-то обновления переводить вполне, так сказать,
Кстати, блин, а вот на паузе, смотрите, вот зараз, да, на паузе строить нельзя. Так что, ну, который смог бы переводить какую-то информацию, там многих, во многих играх выходит патчи, которые я не могу сразу перевести сам, так сказать, ну, или у меня какой-то статичный такой, ну, компьютерный перевод, то есть, получается, который, в принципе, людям даже давать стыдно, так сказать. Еще раз подписывайтесь на канал, я думаю, дальше будет еще круче и еще интереснее. Не знаю, получится ли мне при такой массовости атаки на меня построить все-таки какое-нибудь более-менее строение, ну, то есть замок или что-то в этом роде. Хотя бы он, как минимум, он высокий точно не получится уже, я так понял, что просто это не нужно. Вот три блока, это, конечно, самое идеальное, не зря мне люди советовали, конечно. Но все же. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.